Как вы понимаете, самое трудное после Нового года – это прийти в себя. У детей нет этой проблемы, и им надо чем-то заниматься. Приводите их к нам, мы проведем два занятия, как раз когда все успеют проснуться, по Серебряному веку. Мы им объясним, что это было такое, кто были главные персонажи этой эпохи, и почему сегодня для нас так болезненно актуально все происходившее тогда. Не знаю, как вам, а детям точно будет весело. Да и вы, пожалуй, испытаете некоторое облегчение.